Представитель первого отряда космонавтов, полковник Волынов Борис Валентинович. Спасибо большое. По-моему, очень здорово, что мы зарядили бал, правда? У каждого в душе праздник. И это главное. Посмотрите друг на друга. Я вас всех поздравляю с этим событием в Звездном городке. Но, в принципе, я хотел бы их поздравить с Днем Защитника Отечества. Честно я вам скажу. Ну, я член правления клуба героев, сегодня собирается клуб героев в Москве. Большое событие. Я должен был быть там. Но мне предложили быть в Звездном городке. Я с вами, друзья. И мне это очень приятно. Я хочу вас всех поздравить с Днем Защитника Отечества. Почему? Потому что с малолетства защитник Отечества воспитывается старшим поколением. Так было и со мной. Детство и моей боевой подруги Тамары прошло военные годы. И это накладывает свой отпечаток, безусловно. Ну а потом отряд космонавтов. Ну, вначале летчик-истребитель, реактивная авиация. А потом в отряд космонавтов. Что это такое было? Никто не знал, абсолютно никто. Все было совершенно секретно. Войсковая часть 26-266 и все совершенно секретно. Слетал Гагарин. Помните, какое это было большое событие? И очень правильно Сергей Павлович Королев подобрал кандидатуру первого космонавта планеты. И это было здорово. А сегодня мы продолжаем эти традиции. И мы не должны уронить их первого отряда космонавтов. К сожалению, от первого отряда космонавтов осталось совсем немного в живых. Но я представляю первый отряд. И от всех прошу принять поздравления, доброго здоровья, удачи. А если можно, пусть это будет космической удачей. Всем!